27, вратарь команды, и Виталий Ковценко, номер 11. Главный тренер команды Сергей Малышев. Ну что ж, матч начался. Аут. Удар. И гол. Серия рикошетов. Сергея Фомина. Лапин. Андреенко, прострел и гол! Номер 23, Александр Шитиков, команда «Фактор Шитиков», номер 23. Удар, гол! Головой забивает Юрисик, команда «Факел», «Газпром», «Трансгаз», «Сургут». Так, чтобы попал в тему Сакова. Удар и отличный розыгрыш аута. Тимур Сакин, гол забил. Номер 10, Денис Мустафин. Факел Газпром. 17. Фурсов, удар и гол. Георгий Фурсов, номер 7. Факел Газпром делает счет 4-1 на радость болельщикам. Опасный удар. Прострел и есть. Второй гол забивает. Гол забил Александр Кочмашов, номер 10. 15 секунд до конца матча. Перехват от Гончарова. Артем убегает, атаку простреливает. Шитиков, гол! Есть! 5-2! Александр забивает гол. 5-2 впереди «Факел Газпром» со счетом 5-2. А команды встретятся 6 апреля в Новосибирске в ответной игре.